Что ж, ребят, всем добрый суток, и, как говорится, буджулю за ми. Сегодня мы посмотрим новое обновление Ghost Watchers. Уже вышло новое обновление. И там добавили новые механики, парочку, нового призрака, новые скины, призрачные события, ежедневные задачи и так далее. Давайте мы это все посмотрим, глянем. Желаю вам приятного просмотра. Ну что, поехали. Так, ребят, ну вот, смотрите. Там было написано, что обновили 3D-лобби. Вот. Ничего себе. Новая база. Ух ты. А-а-а. Женский, типа, и мужской персонаж. Ой. Неплохо, неплохо. Отлично. А, во. Состояние здоровья теперь... они добавили систему здоровья. Видите, ребят? Они добавили теперь систему здоровья. Теперь тут уже, ну, не попишешь. А, теперь вот так вы получили... А, все, понял. Теперь они... Ребят, они... Теперь главное меню, вот сам вот это, вот штаб-квартира, теперь это и есть главное меню игры. Ну, видно, что разрабы немножечко подошли к этой, к фазмофобии стилистике. Потому что, помнится, в фазмофобии тоже там вместо вот этого главного меню вы находитесь в штаб-квартире. Видите, тут даже добавили этот. Баскетбольный мяч. Ну, прямо как в этом. Ха-ха-ха. Фазмофобия. Да, блин, я не могу попасть. А, во, пробел это... А, о, пробел. Благодарность. Настройка. Как играть? А, о, как играть? Общий планшет. Уровень сложный. Блин, что это было? Заброшенный дом. А. На высоком вы теряете инструменты, когда призрак вас уносит. Призрак может запрыгать входную дверь в момент атаки. Призрак может ломать электричество, инструмент у вас в руках. Многие предметы, только один заряд. Виды. Так. Ну, тут вроде ничего не изменилось. Игра в призрачном состоянии, материализация призрака. Ну, вроде здесь ничего особенного тут не добавилось. Безумная сложность. А, это... Понял. А, так. Поведение призрака. Ну, поведение... А, они, получается, поделили по этому, по общему призраки и модификаторы. То есть, чтобы новичок начал читать, типа. Так, прятки с призраком. Теперь призраки скрываются в определенных комнатах. А, ну это мы знаем. Механика реагирования призраков на предметы. Механика третьего ранга. Мимикрия. Призраки третьего ранга могут мимикрировать под одного из игроков и незаметно подходить к вам, чтобы убить. Остерегайтесь подозрительных игроков, так как это может быть призрак. Чтобы спастись, вы можете заранее кинуть предмет в него или выбежать из дома. Или в фургон. Зависит от выбранной вами сложности. О, четвертого ранга. Похищение сознания. Призраки четвертого ранга могут похитить сознание игрока и начать охотиться за его телом. Игрок, находясь запертым в разуме призрака, должен сберечь свое тело и убежать как можно дальше от преследователя. Если у игрока не получится спастись, то призрак нападает, выкидывает предметы и убивает игрока.
А, блин, а вот это что-то я не помню. Это, наверное, не было. А тут теперь появилось похищение сознания. Теперь это если против четвертого ранга. Так, что тут у нас модификаторы? Сбор эктоплазмы, здравомыслие, понятное дело. Пентаграмма, высокий ранг. Второго и третьего ранга. Данный модификатор не будет работать, если не получится на тестующие уровни. Беги или умри. А, ну это понятно. Призрака появилась новый тип охоты. Во время нее запираются входные двери, а свет в доме начинает мерцать. В момент охоты игроки становятся уязвимы, замедляются. А призрак становится неуязвимым ко всем защитным предметам. На сложном безумном уровне сложности. Ваша задача убегать от призрака по всему дому. Здесь вам пригодится шприц адреналина. Вы можете его замедлить, если бросите в него защитный предмет. Или рядом активируете стационарный защитный предмет. Но не пытайтесь с ним бороться, призрак неуязвим. Ну, королевская битва. Продвинутые предметы. Странно, но тут не написано по поводу это индикатора здоровья. А что он дает? То есть что тут, ну... Теперь получается, теперь этот... Призрак может нас ранить. Получается, да? Да, здесь как бы что-то тут непонятно. Ну ладно. Yes, sir! Воу, а это что? А, теперь так выглядит браслет. Защита от утаскивания. Так. Браслет с черепом. Защита от потери предмета при атаке призрака. Не работает при низком здравомыслии. А, тут можно потерять предмет. Защита от потери предмета при атаках призрака. Не работает при низком здравомыслии. А, понятно. А вот что-то я не помню этого нового браслета. Или я просто его не брал? Это меня защитит от утаскивания. А это, получается, защищает от потери предметов, когда призрак атакует. Но не работает здравомыслие. А, это дрон. А это что? А, скинчик. А, вот, да, новый скин. Вижу. А чё, прикольно. А, это я помню. Этот скин. А вот это, кстати, я первый раз вижу. О! Азиатка! Они, кстати, бесплатные. Можно за них играть. Вот так выглядит женская рука, верно? Найс. А чё, круто. Теперь уже для девушек открыли новый скин. И вот для этих тоже, кто хочет побегать. А мне больше нравится так. Так, а тут что у нас? А, понятно, это у нас получается логово призраков. Первый. Типа над ними можно поиздеваться. Ну, тут вроде как бы... Понятно. Так, второй ранг. Это я некоторые хорошо словил. Монашка.
А тут за призрак второго, так, третий, четвертый ранг. А вот и третий ранг. Бабадук, Крампус, Вурдалак. Я его, по-моему, два раза даже поймал. Найс. А это уже четвертые ранги. А кто будет, неизвестно. Но прикольно, прикольно. Заброшенный дом улучшили. Теперь уже можно спокойно ходить, бегать, выбирать места. Это неплохо, неплохо. Классно сделали. А это, кстати, скорее всего, это можно потренироваться вот тут. Да, уже получше сделали. Сильные помехи. О, магазин. А, ну тут можно бесплатно попробовать какие-то предметы. Теперь. Это аптечка для восполнения здоровья. Вот она, кстати, восполнение здоровья. Но вот только для чего он нужен будет? Ух ты. А, вот, описание. Датчик движения. Дело так. Ну да, не улучшили этот. Улучшили штаб-квартиру гост-вачеров. Этих наших призраков. Ходите с ним, и когда будете рядом с призраком, тот может вам ответить. А, так вот как работает продвинутый радиоприемник. Когда будете рядом с призраком, тот может вам ответить. Или можете попросить призрака поговорить с вами с помощью голоса. Призрак может разговаривать только на одной из частот, поэтому вам нужно переключаться между ними. Так, а где аптечка? Тут аптечку я не вижу. А вот старые. Издавать звуки. А, издавать звуки, а этот может говорить, получается. Все. А тут что у нас? А что, прикольно. О-хо-хо-хо! Серьезно? Йоу, man, you little piece of trash, motherfucker bitch. Короче, здесь... А, здесь, короче, устроили комнату отдыха. Типа, можно посидеть с друзьями, послушать музыку. А вот, к сожалению, поиграть в бильярд не получится. Но, в принципе, прикольно. Да ладно, тут есть. Понятно, хорошо. Похоже, это, наверное, комната развлечения. Буду иметь в виду. Прикольно, прикольно. Спасибочки. Круто. Ладно. Что-то еще. Кстати, а вот про аптечку здесь что-то тут не указано. Его как будто и нету. Так, а тут что у нас? А, ну тут разговаривать. А, блин, тут темновато немного. Так, ну тут понятно, тут надо разговаривать. Типа этот. Так, а как тут говорить? Сейчас. Голосовой чат, а вот. Show yourself. А они вообще
реагирует или нет? Can you talk? Show yourself. Оу, ёкарный бабай. Говорит, show yourself. Take a voodoo doll. Короче, как обычно. Да. Ясно. Ранний доступ. А, так это ранний доступ. А тут что у нас? А, о, ежедневное задание. И еженедельное. Сыграй 14 сессий. Победи на всех картах. Поймай 13 призраков типа кровавая графиня. И это еженедельное задание. Победи в одной сессии. Поймай 2 призраков Кутисака Она. Переживи 20 атак. Зашибись. А это что? А, понял. А, это лобби. А это дом? А, о! Как теперь... А, теперь вот так выглядит этот выбор карты, да? Заброшенный дом. А, в смысле, заброшенный дом 0 этих очков? Ах ты, сволочь! Городская школа тебе дает больше очков. Церковь, горный дом. Дом в Восточной Европе, дом на болотах. Ясно, теперь заброшенный дом просто это бесплатная локация. Типа для тренировок. Ну-ну. Неплохо, неплохо. Лобби. Вот так тут можно приглашать друзей. Здравомыслие. А, теперь мы продвинутые предметы дают какие-то награды. Плюс 300 этих. И почему 300? Пососи 300. 300 монет и 300 опытов. Теперь они дают какие-то плюшки дают. И здравомыслие тоже дает теперь больше плюшек. Больше денег, больше опыта. И плюс 6 пентаграмму добавить, то это еще лучше. И что самый главный прикол, то что теперь карта тоже вот эти локации дает какие-то награды. Из-за, скорее всего, из-за того, что она типа расширена и тут немножко посложнее. А вот заброшенный дом это самая маленькая короткая карта, поэтому в нем и дают 0 этих и 0 этих. Офигеть, вот это круто подвели. Сделали. Ясненько, окей, ладно, вот тут мне действительно это что-то уже стоящее. А если выберу школу? Моделька типа. Горный дом. Класс. Сас. Неплохо так сделали. Так что там, кстати. Так. Безумная сложность. Так. Призрак может запирать входную дверь в момент атаки. Электрические инструменты у вас в руках. А, это если на кошмарном проходить. Что она может тебя атаковать снаружи дома. И всего один заряд. Тут будет чуть посложнее, наверное, если проходить. На кошмарном.
Замедлить игрока. Но он еще и плюс ранит его. И получается, что теперь у нас прикол в том, что теперь этот. Ну, огонь как бы нереалистичный, но пофигу. Страшно. Ну, сам главный прикол, что теперь наконец-то добавили этот. Ой, что это за звук? Ой. Ладно. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Я могу сказать. Тут что-то такое новенького добавили. Ну, допустим, давайте я попробую вот так. Карту вот выберем этот и выберем так. И что самое главное, прикол теперь показывает состояние денег, сколько у тебя данных на счету. Вот, как видите, мне сейчас в данный момент 10 тысяч. О, и улучшили здание. А, это я продвинутые предметы взял. Правильно определить призрака с первого раза. Снять рисунок в блокноте на видео. Принесите проклятое зеркало в машину. Так, возьмем этот. Так. А во, аптечки бесплатные. Всего две штуки. Так. О, камера теперь по-другому выглядит, папа. Так, радио. Так, тепловизор мне не надо. Мне сейчас надо вспомнить, как играть. Так. Пентаграмма есть. Опа. Ага. Следы у нас получается. Отпечаток ног. Ладно, потом сфоткаю. Надо сначала определить, что это за призрак. Кто ты? Неправильно. Понял. Так. Ты агрессивен. Блять! А, понял, он агрессивен. Ух ты, черепушка, понял. Ой, ё-моё, ты серьезно? Дзянши и Бабадук? Блин, призрак третьего или второго ранга? Вот это мне очень стрёмно. Ладно.
Так, мы нашли этот. Так, что там? А. Так, кукла Вуда не среагировал. Значит, он встревожен. Can you talk? Ghost. Can you talk? Ghost, can you talk? Что это было? Это новое событие? Ну, вроде показывает четвертый ранг. Ладно, где-то на третий-четвертый ранг, скорее всего, да? Но это, скорее всего, Дианшис все-таки, скорее всего, мне кажется. Так, мне, наверное, лучше найти этот. Ладно, пока уберем. Так. Если это Дианши, то... Или Бабадук все-таки. Дианши, Бабадук. Значит, все-таки мне может защитить, скорее всего, этот. Вот что мне сможет помочь. Сто 115, 118, да? О, блять! Ой. Так, стоп. Там было 100, 100. А, блин. Всё. Что это? Ух, успел. Ой! А что так темно? Что так темно? Я не понял. Не, я лучше свалю сразу. Ну нафиг. Дианши. Да, я это был Дианши, кстати. Жесть. Ладно. Это было стрёмно, честно скажу.
Это было стрёмно, это было стрёмно. Жесть, это было стрёмно. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Вот такое обновление Ghostwatch. Надеюсь, вам понравился. И если хотите такие подобия, то буду рад вам показывать, записывать. На этом все, ребятки. Увидимся. Оливар. Фух.